И идея снимать Казахстан, она входит в общую массу таких проектов, которые мы в будущем хотим сделать. Мы хотим работать во многих странах. И так получилось, что Казахстан в этот период времени был наиболее интересен нам, и мы взялись за эту работу. Прилетели в Нур-Султан, обратились, как обычные люди, в фонд первого президента, пресс-службу, что у нас есть такое пожелание сделать кино. И руководитель пресс-службы Айдос Идрисович Укибай рассмотрел вопрос, сказал, ну, о чем кино-то хотите сделать? Мы говорим, хотим сделать кино о вашей стране. Ну, думали, сейчас начнем, какие-то условия нам будут ставить или еще что-то. Нет, сказали, хорошо. Как вы хотите, чтобы этот фильм работал у вас? Мы говорим, хотим снимать вот столько-то этапов. Зимой, летом, осенью. Мы хотим посмотреть регионы. Мы хотим пообщаться с людьми. Нам никто не задавал предварительных вопросов. Мы спрашивали все, что мы хотели. Значит, мы ездили, куда мы хотели. Нам, наоборот, даже говорили, может, еще куда-то хотите? Может, еще кого-то хотите спросить, поинтересоваться? Нет. Мы абсолютно делали то, что мы желаем сами. И вот, наверное, это отношение позволило нам расслабиться и делать свою работу профессионально. Оливер Стоун, он предварительно не знакомится ни с кем. И их первый контакт и встреча происходила прямо на съемочной площадке. Они увиделись. Вы когда смотрите наш фильм, и в трейлере это видно, первые кадры начинаются с того, что Оливер приветствует Нурсултана Абишевича. Вот и есть первый момент их знакомства. И наш режиссер Игорь Лопатенок в начале своего интервью сказал, что мгновенно вот искра между ними образовалась, и мы сидели с восхищением, наблюдали, как развивались темы. Там инсайды раскрывать не буду, но первый блок у нас был «Развал Советского Союза». Эта тема Оливеру очень интересна. А меня, вот, допустим, как человека, который также родом из СССР, вопрос витал в воздухе. Ну вот почему Нурсултан Абишевич не приехал в Беловежскую пущу? Был Ельцин, был Шушкевич, был Кравчук, но его не было. И вот в нашей картине впервые Нурсултан Абишевич об этом и говорит, рассказывает очень активно. И мне кажется, что это очень интересно. А дальше оно уже пошло само по себе. Мы практически каждый месяц были в этой стране. Ездили, много смотрели, общались с простыми людьми. Посмотрели, что такое казахстанские морозы. Мы посмотрели, что такое казахстанское красивое лето. Мы открыли для себя прекрасный город Нур-Султан. И мы, гуляя по этому городу, конечно, много всего увидели, узнали. Много перенимать, конечно, будем рекомендовать. Но в любом случае... Вот я вижу в рамках Евразийского союза все, что у нас происходит. Меня казахстанцы спрашивают, а как белорусы вот к нам относятся? Я говорю, вы приедете в Беларусь, вы сами увидите с большой теплотой. У нас работает ваш бизнес, наш глава государства приезжает вам, к ваш глава государства. Ну вот же вы сами знаете, как мы относимся к казахстанцам. И я когда лежал в палате в больнице, и казалось бы, ну православный человек заболел, получает соответствующее хорошее питание. Мои собратья по палате, вот уже как братья мне стали ухаживать за мной, их жены передавали мне бишбармак, национальное блюдо, блюдо из конины, для того, чтобы у меня силы были. И я выздоровел, они не знали, кто я, не знали, чем я занимаюсь, но они искренне желали, чтобы я поправился и выздоровел. Вот это объединяет наши народы, вот это делает нас сильнее, и вот это позволяет смотреть в будущее со смелостью, понимаете, а то кино, которое мы делаем, на мой взгляд, вот Игорь правильно сказал, Лопатенок, оно духовность большую дает, на мой взгляд, очень и очень сильно, значит, позволяет объединять нас, объединять общие идеи, что мы большая-большая земля, семья, живем на планете Земля, и нам надо заниматься мирными делами, строить торговые отношения, а не устраивать какие-то войны. Контрпродуктивны санкции, контрпродуктивны все то, что называется на стороне тьмы. Вот я человек, который как бы был между на грани жизни и смерти, могу вам сказать, Боже упаси каждому попасть на левую темную сторону. Уж лучше идти к свету. У Оливера вышла очень классная книга «Путь к свету». Вот я вам рекомендую ее прочитать. Кстати, по нашей картине мы тоже планируем издавать книгу, и она будет в продаже. И вы в ней узнаете много всего интересного про то, что, допустим, не вошло в фильм или в сериал. Но в любом случае на этом этапе мы хотим показать реальную обстановку, которая есть в Казахстане, глазами Оливера Стоуна, глазами нашего режиссера, глазами нашей команды. Зритель увидит драму, прежде всего. То есть это драма,
это преодоление, это борьба и это достижение. Вот это то, что внутри фильма. Если говорить, он, конечно, это портрет Нурсултана Абишевича Назарбаева, но это история его страны, история его народа, традиций, вплоть до тысячелетней давности, в самую глубь веков, к скифам, к сакам, гунам, к золотому человеку. Это был мой самый большой страх, что мы делаем региональную картину, потому что до этого я уже много лет работаю на международный рынок, на зрителя в основном англоязычного. После первой же нашей беседы, после разговора о том, как и что происходило в кабинете Горбачева между Ельциным и Горбачевым, мы поняли, что мы поймали большую рыбу, что эта история, что это не региональная совершенно история, что это мировая история. Ну и без спойлеров, там дальше больше в фильме. Есть, на самом деле, очень интересно посмотреть на те цифры, сколько Казахстан выручил, допустим, за утилизацию четвертого в мире по величине ядерного потенциала. И кто приезжал с Ближнего Востока вести переговоры о том, что сохранить ядерное наследие и первой мусульманской стране, которая стала ядерной страной. Ну, дальше надо смотреть.